на нашего гостя, члена Сейма Литовской Республики, Ирину Розову. Здравствуйте, дорогие друзья. В октябре 2013 года Сейм Литовской Республики решил пополнить список памятных дней и праздников в нашей стране. И день 21 мая в Литве теперь является Днем национальных общин Литвы. А вот сегодняшний праздник, Всемирный день сохранения культур, таким образом получается продолжением этого замечательного дня. Я думаю, сам факт признания наличия большого количества национальностей в Литве, возможности помогать им, это свидетельство заботы государства. Это совершенно нормально, так должно быть и так и будет. Конечно, нам бы хотелось, наверное, чтобы больше внимания уделялось каждой национальной общине, каждому коллективу. Я верю в то, что так и будет, потому что мы с вами прекрасно знаем, вода камень точит. То, что мы собираемся на вот подобные праздники, праздники национальных общин, национальных коллективов нашего города, здесь, в этом парке, это уже наша традиция. И это замечательная традиция, потому что нам есть что показать, нам есть что гордиться. Мы радуемся тому, что каждая община делает все для того, чтобы в молодых людях, которые относятся к той или иной национальности, воспитать понимание себя, понимание себя в этом мире, понимать, что такое национальный идентитет. А всем, кто приходит на наш праздник, здесь ведь не только представители разных национальностей, здесь весь город. Я думаю, что эти праздники становятся замечательным воспитательным моментом, воспитанием нашего взаимопонимания, воспитанием толерантности, воспитанием понимания друг друга. Таких праздников, как Лепеди, на самом деле не так уж и много в Литве, несмотря на общий, как я уже сказала, День национальных меньшинств. И я хочу сказать, что, конечно, в этом большая заслуга нашего Центра национальных культур, который, кстати говоря, тоже является ярким свидетельством того, что государство и наш город, наши городские власти прекрасно знают о нашем существовании, хотят с нами дружить, и у нас это все получается. Всем хочу пожелать сегодня хорошего дня, хорошего праздника и коллективам всем, конечно, удачных выступлений. Спасибо. Спасибо вам.